И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте теперь в эту сценку настроим, значит, наше зеркало. Так, включаем видимость текстур, потом переключаемся вот в такой внешний вид, смотрим, так, нету света. Добавим лик, добавим point, добавим где-то 500 ватт, добавим G, поднимем выше. Так, радиус чуть-чуть побольше поставим. Так, есть такое дело. Shift D, еще одну отведем сюда. G, одну отведем сюда. Более-менее так, светность есть. А ну-ка, Shift D. Верхний свет еще добавим. Здесь пускай будет 1000. Ну, пока так. Значит, что нам понравится? Нам понравится Shift A. Mesh добавим. План. Сделаем план S, чтобы у нас был хоть какой-то пол. Так, можно потом сюда добавить текстуру, там, не знаю, досок каких-нибудь. Так, теперь у нас есть что? У нас есть вот такой вот полигон. Вот такой вот. Выглядит он, значит, каким образом? Давайте посмотрим, зайдем в Edit Mode, это просто один полигон. Если вы будете этот полигон потом раскраивать, значит, ну, на сабдивайды, у вас будет хуже изображение. Ну, как оно будет, но будет растягиваться по полигонам. Поэтому используйте один полигон. Заходим в Object Mode, находим, значит, включаем вот такой вид. Заходим в настройки материала вот этого нашего стекла зеркала. Добавляем New. Белый материал. Металлик. Предел. А Roughness вниз. До конца. И вот вы видите, что там что-то у нас уже появляется. Добавляем в Add. Добавляем так. Lift Prop Refraction Plan. Вот такая штучка у нас появляется. Делаем R. Ровно его выставляем. G и подводим к нашему зеркалу. Так, немножко его уменьшим по нашему зеркалу. Ну, лучше, конечно, чтобы он был больше в размере. Так, чуть-чуть подведем, подровняем. Смотрим, что у нас получается. Вы видите, что там все видно. Вот таким вот образом. Ну, размытость, да? Заходим в настройки, добавляем. Так, Ctrl, так, внешний вид вот это поставим. Можно добавить дистанцию побольше. Так, follow пусть на половине. Чем больше вот эту штуку будете прибавлять, тем больше будет все там исчезать. На единичке оставляем. А arrow size можно немножко прибавить. Show превьюшку. Добавляем, и вот у нас такой внешний вид. Но у нас зеркало на всю вот эту площадь. Если мы отключим, то вот такая штука у нас получается. Так. Нам нужно что? Поднастроить еще вот эту вот штукенцию. А ну-ка, раз. Там, если мы ее побольше поставим. В принципе, вот это вот четкая штука. Если мы сейчас сделаем 0 на нампаде, включим, добавим камеру и сделаем рендер, посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, нормально это все выглядит. На зеркало похоже. Экран, вы видите, никуда он не залазит. Единственное, что у меня там появились какие-то стрелочки. Вон они. Это, по-моему, с рига. Так, ну вот получается вот такой результат. Если мы потом будем вокруг там кружиться, там все будет отражаться. Внимание большого, конечно, не будет туда как бы относиться. Ну, прикольная штука. Вот такая вот штука-то. Так, эту можно чуть поменьше. Так, что у нас тут еще можно сделать?
Bloom Ambient Occlusion Screen Space Refraction отключить. Simplify, что у нас тут? Поменьше сделать, чтобы не зависало. Filmic Transparent не надо. Ну, еще один рендер без всех этих. А ну-ка, даже Screen Space отключим. И посмотрим, какой у нас будет рендер без всего этого. Но все четкий. Значит, вот это все и мешало. Блумы, всякие размытости. Вот такая получается штука. Все, всем пока, до свидания.